Скорее беги. Я так, проверю. Эй, беги. Я так, проверить.
Как настроение, Биди? Хорошо. Я рад. Что ты нашел? Зефа отправились на Кашиик. Кордова упомянул некоего Тарфула. Вождь Вуки. Они были старыми друзьями. Думаешь, он еще жив? Есть только один способ это узнать. Полетим на Кашиик. Мы что, сами открыли путь для Империи? У меня странные ощущения. Здесь собирались Зефа. Интересно, зачем? Подкрепление уже в пути. Thank you.
Имперский офицер пыталась спрятать тут реликвию. Обвал заточил ее в ловушку, из которой она не выбралась. Не двигается. Продолжить раскопки. Мне нужны редкие артефакты, а не всякий хлам. Thank you.
Thank you.
Келпана. Стим, сюда! Ты неплох, парень. Эй, приемчики у тебя что надо. Только скажи мне, что этот визит не был напрасным. Я нашел гробницу мудреца Зефа. Они пользовались силой. Развитая цивилизация владеющих силой загадочно исчезла. Неудивительно, что Кордова стал так одержимыми. Что еще ты нашел? Прежде чем исчезнуть, Зефа посещали планету Кошиик. У Кордовы был друг Вуки, Дарфул. Может, мы его найдем? Кошиик, я... Слушайте, там все очень плохо. Империя прессует этих вуки только так. Значит, будем готовы к бою. Я думаю, такая жизнь подходит тебе. Бой с шагоходом придал тебе уверенности. Так как ты справляешься? Имеешь в виду с силой? Да, с силой. Помню, ты говорил, что она может подавлять. Что ж, я все еще в живых. Не хочу об этом говорить. Да, ну, я понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Почему ты решила перестать использовать силу? Когда началось истребление, и наши клоны-штурмовики пошли против нас. Мой подаван и я взяли несколько юнлингов и подались в бега, но это было недолго. Имперский патруль почти нас обнаружил, поэтому я попыталась увести их от своего подавана, Трилы. Она осталась вместе с юнлингами, но они поймали меня. И они пытали меня. Они хотели узнать об остальных и сколько нас осталось, но больше всего они хотели узнать о Кордове и куда он делся. Но ты сбежала. Да. В тюрьме был бунт. Я получила шанс и воспользовалась им. Но они почти сломали меня. И я уже не та, что была, Кел. Твой подаван. Она выжила? Нет. Мы потому и не можем сдаваться. Нельзя позволить, чтобы жертва самых близких была напрасной. Подожди немного. Я фильтрую имперские данные. Быстро же они. Все нормально? Все отлично. Наслаждаюсь тишиной и покоем. Нам пора? Класс! Я тут уже заскучал. Кошиик, родина Вуки. Сегодня наши вооруженные силы стоят на страже закона Империи и дают отпор любому, кто посягнет на процветание галактики. Слышишь этот бред? Выключи его, Грис.
Лживые имперцы! Кто вообще купится на эту чушь? Многие обитатели центральных миров. После прихода империи их жизнь почти не изменилась. Ой, я тебя умоляю, некоторые из них даже стали еще богаче. Не то, что в идущих в разгод мирах, не то, что на Латероне. Пока император делает нужных людей счастливыми, все так и останется. Вот зачем нужны джедаи. Надо быстрее раздобыть эту голоштуку. Мы вот-вот выйдем из гиперпространства. По местам. О, мы же не будем прорывать блокаду. О, только в крайнем случае. Я настроила транспондер Богомола на передачу имперских сигналов. Эй, Грис. Да? Приглуши энергетический след и сделай вид, что мы свои. Как на браке, запросто. Рук мне и так хватает. Просто следи за сканерами, лады? Ладно, ладно. Хорошо. Ничего не вижу. Они заняты чем-то на поверхности. Все чисто. Не нравится мне это. Империя разрушает Кашиик ради природных ресурсов. Вуки сделали рабами. Лишили крова. У нас чуть не попали! Парень, ты вроде следил за мониторами? Партизаны, Вуки и другие напали на имперский конвой. К нам приближаются шагоходы. Тарфул может быть с ними. Он может быть где угодно. Например, он может быть в могиле. И мы там окажемся, если вяжемся в эту заварушку. У нас просто нет выбора, и без нас они погибнут. И каков твой план? Диверсия. На браке мы разбирали шагоходы. Я угоню один. Ха! Ты посмотри на него. Решил, что у нас тут опять войны клонов. Капитан, давай к тем шагоходам. Что? Слушай. Штурмовики используют их как боевой транспорт. Как будешь там, осторожней. Сейчас Грис-сюрприз покажет фокус. Эй, сделай одолжение. Не погибни там, а? Добавлю это в план. Так, парень, если готов, самое время прыгать. Искупаемся, беги! Ну что, ты готов? Чуть не задело. Может, заберемся наверх?
Так, куда теперь? Почти все. Так, дальше. Думал, будет не так скользко. В порядке, Беди-1? Надо залезть наверх. Привет, Беди-1. Пульс
что нет. Твоя очередь сообщать о потерях. Это тот джедай! Попадите по нему, наконец! В него попали. Надо прикончить его. Да мне не нужна поддержка, чтобы убить тебя! На сканерах новый корабль. Мы не ожидали от них такой огневой мощи. Что у нас с корпусом? Сильно поврежден. Прочность уже ниже 70%. Этого хватит, чтобы остановить мятежников. Просто веди без резких маневров. Надо же, сработало. Фу, ладно. Доложите обстановку, что у вас там? Вы нарушаете имперский протокол. Можешь этого заткнуть. 207. Прекратите, иначе мы... Так лучше. Погнали. Ага, тут бластеры. А, вот что это такое. Идем дальше. Ты кто? Я тот, кто захватил AT-AT. А ты кто? Тот, кто очень злит Империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Больше они им не воспользуются. Вот посадочная площадка. И все, мы справимся. Летит прямо в нас. Что делать? Держись! Приготовься, беги! Я в порядке. Ты как? Нет уж, хватит с меня этого. Ты угробил отменный шагоход. Как зовут? Хэл Кэстис. Со Геррера. Зачем пожаловал на Кошиик? Ищу кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. И кого ты ищешь?
Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Неспроста Империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Он символ сопротивления Вуки. Бьет по Империи из теневых земель. Сэре, Грис, это Со. Здрасте. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Ты забрал это у трупа? Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Эй, минутку, стоп, минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Пошли, пошли.